Ипотека – слово, внушающее ужас, но зачастую это единственная возможность для молодых ячеек общества обзавестись собственным жильем. В городской мэрии стараются помогать семьям с ипотечными выплатами, насколько позволяет бюджет. В рамках программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2014 году выделено около 8 миллионов рублей. В четверг в городской администрации сертификаты на уплату первоначального взноса или погашение процентов по ипотеке получили 6 семей. Многие живут на съемных квартирах. Субсидии помогут им обзавестись собственной жилплощадью. Семья Беляковых ждала этого шанса 5 лет. Сергей – преподаватель в Доме детского творчества, Елена – библиотекарь. У них подрастает дочка Ксюша. Мы на съемной квартире живем. Вот, приходится отстегивать достаточно большую сумму хозяевам. Вот, и мы надеемся, что когда будет свое жилье, уже будем платить за свое, а не за чужое. Планируем двухкомнатную, потому что есть определенные нормативы, по которым субсидии выдаются. Вот. И, ну, так сказать, недорогую, потому что мы бюджетники, мама бюджетники, нам по зарплате, чтобы было достаточно безболезненно для собственного кармана.